привязанный к мусорному баку, вокруг которого разбросан мусор. У пса Чарли не было иного выбора, кроме как сидеть там, пока кто-нибудь его не заметит. Его лицо было опухшим от побоев, он был голоден и был совершенно один, пока два добрых прохожих не увидели его и не бросились к нему на помощь. Пара срочно доставила двухлетнего питбуля в больницу для животных Филадельфии. То, что увидели ветеринары, когда впервые осмотрели его, было не похоже ни на что, что они когда-либо видели. Увидев, насколько безотлагательной была ситуация с Чарли, ветеринарная больница немедленно приняла его на лечение. Ветеринары сразу же прописали Чарли обезболивающее и запланировали операцию, чтобы помочь его губе и рту. Из-за травмы Чарли было трудно есть, но ветеринары кормили его небольшими порциями несколько раз в день. Он медленно начал восстанавливать свои силы. Одним из его любимых людей вскоре стала Натали Барбер, женщина, работающая в спасательной компании City of Elderly Love, КАУЛ, которая специализируется на пожилых домашних животных. Команда ветеринаров знала, что в конечном итоге ему понадобится приемная мама, и она была идеальным кандидатом. После 3 месяцев интенсивного медицинского ухода Чарли переехал к своей новой приемной семье. Поскольку ветеринар обнаружил у Чарли микрочип, местный АСПК активно разыскивает его предыдущего владельца, чтобы выяснить, как собака оказалась в таком ужасном состоянии. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.